Спасибо.
Что будем делать? Инструктор. Все, давайте, братва, едьте, едьте. Наверное, ему говорит, стой. Пускай он едет. Если зацепит, то виноват буду я. Осталось 3 километра до нормальной дороги. Мог сразу ехать, как бы, ну блин, что-то навигация мне неправильно повела. Хотя перед этим я посмотрел, вроде как бы все нормально. Выезжал из загрузки, надо было мне поворачивать направо, а я что-то налево повернул. Вот мне карта и перекрутила на эту дорогу.